Так, что дальше? Что ж, пойду-ка я кофе попью. Точнее, торт. Да, кофе. Папа нет. Ха, могу посидеть за папиным ноутбуком, который он мне запрещает смотреть. Так. Мой сын играет за моим ноутбуком. Вызывай полицию. Ку-ку-ку. Мы в Кобе едем. Спасибо. Полиция! Ты будешь здесь на 3 недели. Вот, блин. Это почему так получилось? Кто вызвал полицию? Это я вызвал. Папа, ты зачем вызвал полицию? Это за то, что ты сидел за моим ноутбуком. Эх.